Всем привет! С вами программа «Самое время» и я, ее ведущая, Валерия Эмсон. Сегодня мы вам расскажем, в саду ли в огороде, в университете состоялась био-ярмарка. Экономика должна быть понятной. Как петербуржцы писали всероссийский экономический диктант? Раз-два, левый. В рамках Дней истории журналистики прошел парад оловянных солдатиков. Коты Васи Ложкина замурлыкали по-новому. Юмор в картинках учит смеяться над собой. Оказывается, что у европейских экологических активистов и наших бабушек есть кое-что общее. И те, и другие ходят в магазин с пакетом или авоськой. Особые методы обучения экологической журналистики изучала в Германии Галина Рулева. Сразу 8 студентов факультета журналистики всю прошлую неделю отсутствовали на занятиях. Но в прогуле их никто не обвиняет. Они ездили в Германию, чтобы принять участие в программе обмена «Экологические решения для больших городов». Мы находимся в самом сердце Гамбурга. Именно в этом здании расположен сенат города. Парламентарии организовали встречу петербургских студентов с их коллегами из университета прикладных наук Гамбурга. Вольный город Гамбург – один из крупнейших портов Европы, участник Ганзейского союза и побратим Петербурга. Сегодня это еще и центр медиаиндустрии Германии. Участники программы разделились на три группы, чтобы выполнить проекты на темы экологии и образования. В Германии сегодня остро стоит проблема переработки пластика. Полиэтиленовые пакеты и частицы упаковки попадают в мировой океан и отравляют там все живое. Экологическому поведению начинают учиться со школы. Крупные торговые сети проводят мастер-классы, где дети учатся сортировать разные виды отходов. На товары ставят специальную маркировку – перерабатываемый или опасный пластик. Еще лучше вообще обойтись без разовых пластиковых пакетов. Уже появились магазины, где за товарами, которые можно продать на разлив, молоко, сметана, ряженка, хозяйки приходят со своей посудой. Студенты-журналисты сравнили ситуацию в Петербурге и Гамбурге и начали готовить мультимедийный проект «Лунгрид». В нем будут и возможные решения проблем, и практические советы для городских жителей. Такие проекты – стандартная работа для магистров первого курса в Гамбургском университете прикладных наук. Они занимаются дата-журналистикой, разрабатывают дизайн сайта, редактируют собственные онлайн-медиа. Студенты работают в ньюсруме и на выездах по 8-9 часов в день. Выдержать такой темп помогает взаимное обучение. Умеешь кодировать или записывать подкасты? Научи товарища, а с ним и десяток своих одногруппников. Материалы монтируются в особой лаборатории. Здесь студент может взять дрон, камкордер или записать звук для своего сюжета. Мне очень понравилась легкость общения. То есть я не могу сказать, что она отсутствует в России, и не могу сказать, что у нас очень консервативные отношения между преподавателями и студентами, но все-таки у нас присутствуют некоторые барьеры. Куратор программы обмена Анна Смолярова уверена, полученные проекты станут полезным дополнением к портфолио. Да и контакты коллег из Германии лишними не будут. Другое дело, что попасть в число участников обмена не так просто. Всегда одна и та же процедура отбора. Мы просим резюме, и просим мотивационное письмо. С помощью мотивационного письма мы проверяем английский и смотрим, насколько для человека действительно важна тема, важна сама задача вот этого международного обмена, а в какой степени это студенческий туризм, если хотите. Объявление о новом наборе участников появится уже в марте-апреле этого учебного года. Не бойтесь пробовать, и удача в следующий раз улыбнется уже вам. Галина Рулева, Анастасия Бирюкова. «Самое время». Проблемы экологии хоть и глобальны, но могут касаться даже маленьких комнатных растений. Сохранить редкие виды помогают ботанические сады. В нашем универе тоже есть такой сад, но о нем знает не каждый. Студенты решили исправить эту ситуацию и организовали там био-ярмарку. Кристина Довженко отправилась на нее со своим любимым цветком. Все в сад, но не простой, а ботанический. Иногда его называют затерянным. Этот зеленый остров скрыт от посторонних глаз в глубине главного университетского кампуса на Васильевском. Именно здесь в минувшую пятницу студенты биологического факультета устроили свою ярмарку. Био-ярмарка – это мероприятие, направленное на
популяризацию места, которое вы видите. Как оказалось, многие студенты, обучающиеся в СПбГУ, даже не представляют, что есть прекрасный сад, научный, куда можно прийти и не только отдохнуть, но и узнать, что здесь растет, обогатить свой внутренний мир растениями. И не только внутренний, ведь с ярмарки с пустыми руками не уходят. Растения, они растут, их рассаживают и становится больше, поэтому что-то можно отдать в широкие массы. Массы тут же откликнулись. С утра даже выстроилась небольшая очередь из студентов и сотрудников университета. Я давно хотел мирт у себя, чтобы дома был. Вот, еще рассчитывал что-то увидеть для сада, но я так понял, что все-таки это формат более тепличный, оранжерейный. В выгоде оказались все, ведь главный смысл придуманной студентами ярмарки – помочь своему ботаническому саду. Они берут оранжерейные растения для участия в этой ярмарке. На самом деле происходит обмен, конечно же, и мы получаем взамен вот наших растений, которые мы отдаем на ярмарку, очень много полезного для ботанического сада. После первой весенней ярмарки в саду добавилось так много нужных шлангов, триммеров, садовых инструментов, удобрения. Гости и хозяева меняются не только растениями, но и книгами, поделками, всякими вкусняшками, приготовленными своими руками, а главное – знаниями. Я тоже решила устроить у себя дома прямо на окне маленький ботанический садик. Завела суккулент, назвала его «Пятнышко», но он у меня чуть-чуть приболел. И я решила, что именно здесь мне помогут его вылечить, а также расскажут, как правильно за ним ухаживать. И не ошиблась. В тропической оранжерее мне рассказали все секреты того, как делать жизнь суккулентов, пустынных растений, накапливающих в себе влагу, комфортной и счастливой. В основном растениям нужен свет. И суккулентам особенно, потому что они растут в условиях, где света переизбыток даже. Они даже борются с ним. Натуральный ярмарочный обмен продолжился и в субботу. Кто не смог принести ничего нужного для сада, трудился на субботнике по благоустройству. А потом гостей пригласили на экскурсии, квест и дружеское чаепитие. Кристина Довженко, Дмитрий Тимофеев. Самое время. За покупки на биоярмарке расплачивались участием в субботнике. А как же распределить настоящие деньги, чтобы хватило и на развлечения, и на оплату квартиры? Чтобы повысить уровень финансовой грамотности россиян, Вольное экономическое общество придумало всероссийский экономический диктант. На него отправилась Валерия Ангельчева. Знаете ли вы, что такое дотация, оферта и косвенные налоги? Нет? А зря. Ведь это не просто слова. Это важные экономические понятия, которые могут коснуться каждого из нас. Это наверняка знают те, кто сегодня пришел писать всероссийский экономический диктант. 4 октября он проходил в каждом регионе нашей страны. Пишут его в России второй год подряд. Сегодня к нам присоединились и соседи – Таджикистан, Монголия и Приднестровье. Принять участие могут все желающие, но основной акцент делается на школьников и студентов. Эта проверка больше для себя лично делается, да, для того, чтобы проверить свои экономические знания, знания, умения, навыки из разных областей, потому что, насколько мне известно, а мне известен же текст диктанта, там не только экономические вопросы, но еще есть вопросы общего характера, да, например, вопрос про Грибоедова и многое другое. Екатерина учится на экономиста. Специальность эту выбрала не случайно. Хочет твердо знать, как устроена экономика, а также элементарно уметь планировать личный бюджет. Была ситуация, когда я не совсем грамотно распределила свои финансы, и из-за этого возник ряд проблем. По сути, не хватило денег на поездку просто из-за того, что были совершенно иные траты, и их можно было бы урезать. И теперь нас этому учат, как это грамотно планировать, как составлять свой бюджет, как уметь экономить деньги и как их можно приумножать. Каждому так или иначе нужны экономические знания. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Именно это соотношение и призван проверить экономический диктант. Всем людям во многом свойственна соревновательность и какая-то степень азарта. И экономический диктант, на мой взгляд, это хороший способ в соревновательных условиях проверить свои знания по экономике. Для тех, кто не смог прийти лично, в этом году появилась возможность написать его и онлайн. Результаты будут известны уже в субботу. Посмотреть их можно на сайте Всероссийского экономического диктанта. Участники, набравшие больше 80 баллов, отправятся в Москву на финал фестиваля экономической науки. Валерия Ангельчева, Денис Сосин. Самое время.
странно, что дни истории журналистики начались с экскурсии студентов в музей Суворова. Но причина есть. Оказывается, директор музея – выпускник журфака Владимир Гронский. С ним пообщалась Александра Алабугина. Понедельник в музее Суворова – выходной. Но для студентов и преподавателей факультета журналистики двери открыты. Ведь они – участники Всероссийского форума «Дни истории журналистики». Встречает гостей их старший коллега Владимир Гронский. В 75-м он тоже закончил журфак тогда еще Ленинградского университета. Я исхожу из того принципа, что человек должен заниматься тем, что ему интересно. И тогда, если ему еще за это деньги платят, то это счастье полное, понимаете? Мне было интересно везде. И мне было интересно... Я же одно время директор филармонии Санкт-Петербургской работал, да. Мне и там было очень интересно, значит, с маэстро Тимиркановым работать. Я всегда хотел как-то поближе познакомиться с музеем. И прикоснуться к вечности, поработать с вечностью. И вот мне предложили возглавить музей Александра Васильевича Суворова, чему я очень рад, потому что это уникальная, удивительная личность, таких единиц вообще в истории человечества. Интереснейшие истории скрываются здесь за каждым экспонатом. Но есть еще и фонды, а в них коллекция из десятков тысяч оловянных солдатиков. Новому директору удалось найти способ показать это богатство. В мае в бывшем домике смотрителя открылся музей оловянных солдатиков. Оловянный солдатик – это часть истории. Он одет в исторический мундир, он вооружен историческим оружием. И для студентов-историков это представляет, конечно, интерес значительный. Об обстоятельствах исторических событий можно судить на тех диорамах, которые используют оловянных солдатиков. Самый необычный экспонат – точная реконструкция последнего парада русской армии на Марсовом поле. Полки движутся, отдавая честь императору. А в соседнем зале настоящее волшебство. Разворачивается знакомая с детства история любви стойкого оловянного солдатика к бумажной балерине. Я сейчас буду как маленький ребенок рассуждать, но больше всего мне понравилась сказка про оловянного солдатика. Факты исторические, их нужно в своей памяти всегда возобновлять. И то, что со школы позабылось, такие музеи, наверное, возобновляют в памяти. Эта экскурсия – только одно из событий форума. Его участников ждет квест по адресам петербургской журналистики, игра «Что, где, когда» и посещение закрытого архива рукописей Пушкинского дома. Александра Алабугина, Владимир Лушин. «Самое время». Котиков любят все, и я не исключение. Узнав о том, что недалеко от журфака открылась большая выставка картин, где котики едва ли не главные персонажи, я отправилась туда в числе первых. Котов здесь действительно с полсотни, с человеческими эмоциями и обязательно рыжие. С недавних пор в Петербурге появилась примета. Увидел рыжего кота, значит, в городе Вася Ложкин. Именно эти красавцы помогают художнику проиллюстрировать любую человеческую проблему. Сюжеты Васиных картин взяты прямо из жизни, такой, как она есть, парадоксальный, смешной и слегка безумный. Название под стать сюжетом «Жизнь, веселый карнавал». Именно так, через «ы». Допустим, люди, которые совершенно разнополярных взглядов, совершенно разных, да, а одному и тому же человеку нравится одна и та же картинка. Они между собой совершенно не ладят. Но картинка им нравится. Значит, я между ними протянул маленький мостик, маленькую вот ниточку. Хиты Васи Ложкина – коты, бабки, пионеры и мишки. Депрессивно-позитивная жизнь городка под названием Кобылозаводск. Сюда приходят за эмоциями. Посмеяться над персонажами картины или над собой. Очень саркастично, да. Почти на каждой третьей картинке я. Говорящие подписи под картинками – вот что сближает людей. Его живопись отнюдь не мир сумасшедших маргиналов. В ней много красивого и, самое главное, правдивого. Они очень разнообразные. Вот они, как раз тараканы наши. Вот, и злободневные, что очень актуально. То есть каждая картина, она отражает, я считаю, какой-то там момент жизни того же художника, может быть. И таким образом он общается с аудиторией со своей. У стойки с сувенирами выстроилась очередь за подушками, календарями, кружками и, конечно же, рыжими котами. Котов ведь много не бывает, не так ли? Валерия Эмсон, Валерия Ангельчева. «Самое время». Впереди новая неделя, а значит, новые события. О самых интересных мы вам с удовольствием расскажем в следующем выпуске. С вами была Валерия Эмсон. До скорого!